Товарищи, ну, сегодня мы, как и договаривались, начинаем с первой главы «Капитала» Маркса. Первая глава – это товар. Мы с вами распределили, так сказать, части этой главы, так называемые параграфы, можно сказать, на четверых, да? На троих точнее. У нас Элина заболела, которая готовила две первых, так сказать, два первых параграфа. А это два фактора товара, потребительная стоимость и стоимость. И второе, это у нас, скажу, двойственный характер, заключенный в товарах труда. Поэтому я предлагаю сейчас, поскольку ее нету, то давайте, так сказать, методом коллективным пройдемся по этим двум параграфам. Значит, все мы, так сказать, прочитали, да? Кто не прочитал, тот сам виноват. Вот. Поэтому сейчас мы начнем, то есть я начну, и будем, так сказать, совместно выводить, потому что первый параграф – это, в общем-то, выведение того, что мы называем стоимостью. Из того, что у нас есть. Давайте сразу по определениям. Вот у нас есть определение, в котором богатство общества, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров. Отдельный товар – это элементарная форма этого богатства. Вот давайте от этого будем отталкиваться. Вот. И мы знаем, что Маркс пишет, что товар – это в первую очередь внешний предмет. Вещь, которая благодаря ее свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. И что природа этих потребностей, так сказать, ничего не меняет, является ли она, так скажем, потребностью в пище, потребностью в каких-то, в одежде. То есть сама природа, значит, не влияет на это дело. И товары также могут являться, мы знаем, средствами производства, да, и могут являться предметами потребления. И в том или ином случае это все равно товары. Только предметы потребления непосредственно удовлетворяют человеческие потребности, а средства производства опосредственно производство. То есть, если у нас есть, скажем, какой-то предмет потребления в виде ботинок, да, мы его потребляем непосредственно, используем его полезные свойства. А есть у нас какой-нибудь сапожный молоток, сапожные гвозди и так далее. То есть орудия труда, с помощью которых изготавливается этот предмет. И то, и другое может выступать в форме товара, а может и не выступать. Давайте разберемся, что является товаром, какая вещь будет являться товаром, какая не будет являться товаром. И Маркс у нас говорит, что любая полезная вещь может быть рассмотрена с двух сторон. С качественной стороны и с количественной стороны. Все согласны? Угу. У кого-то возражения есть? Нет. Кто-то добавить что-то хочет? Нет? Хорошо. Давайте посмотрим на полезность вещи. Здесь заметны категории уже, которые Гегель употребляет. Качество, количество. Да, вот мы почему нельзя понять. Ну, мы два небольших комментария. Вот самая первая фраза, с которой начинает Маркс свое исследование. Богатство буржуазного общества – это скопление товаров. Огромное скопление товаров. Огромное скопление товаров. И товар – его элементарная клеточка. То есть, если мы вернемся немножко назад, предисловие к первому тому «Капитала», Маркс пишет, что предмет моего исследования, или исследования первого тома «Капитала» – это капиталистический способ производства и соответствующие ему производственные отношения. И вот, забегая, так сказать, вперед, мы хорошо знаем, что, скажем, капиталистический способ производства – это свойственная эксплуатация наемного труда. Вот смотрите, Маркс начинает
не с эксплуатации, там, не с прибавочной стоимости, а именно с товара. И называют его элементарной клеточкой. Элементарная клеточка, если популярно объяснить, это то, с чего начинается, что очень присуще всему способу производства, производственным отношениям. Наоборот, то есть в этой элементарной клеточке, из этой элементарной клеточки, все дальнейшие определенности, категории, законы капиталистического способа производства разовьются. Но они пока находятся как бы в зародыше в себе неразвитом виде. Это первое. И второе, значит, прошу обратить внимание, вот Александр Владимирович совершенно правильно сказал, что товар выступает прежде всего, это что, какая-то вещь. Смотрите, не услуга, не еще что-то такое, а это вещь. То есть это получается материальный предмет. Это потом уже выяснится, что форму товара принимает или не материальные вещи. Но пока Маркс рассматривает процесс производства, и, соответственно, товар это выступает сначала как вещи. Все это надо хорошенько, наверное, запомнить для начала. Так вот, все такие комментарии. Дальше, пожалуйста, продолжаем. Ну, давайте, значит, продолжим. И вспомним, что сначала начинает Маркс с полезности вещи, да, то есть с качественной формы товара. Еще он его называет благо, да. Но это благо, это потребительная стоимость в воздухе не висит. Она обусловлена, значит, свойствами товарного тела, которое она представляет. И, то есть, ну, на каком-то примере, то есть, какую-то пользу человек из материального мира может только в материальном виде, так сказать, себе употребить. То есть, бутерброд там, я не знаю, сапог или что угодно, это материальная вещь, да? Ну, она должна быть полезной для человека. Бесполезность его яд, так сказать, принимать в качестве пищи, наверное, не стоит. Это не полезно. Ну, это так. Вот. То есть, вот эта полезность, она не существует вне материального вот этого предмета, этой вещи. Это первое. Второе, что мы знаем. Что эта полезность не зависит от чего? Не зависит от труда, который затрачен на производство этой вещи. Да? Нам, в общем-то, все равно, сколько труда затрачено на... Ну, с точки зрения, конечно, потребительной стоимости все равно. Ну, как не зависит? Ну, когда мы потребляем что-либо, правильно? Для нас важна само это благо, да? Если мы это потребляем. Да. Тут сколько там затрачено труда, мы как бы в этом смысле не задумываемся. Труд затрачен. Тут мы просто вот рассматриваем только сейчас вот эту вот как качественную форму вот этого предмета и вещи. Да? И там еще очень важный такой момент, что вот эти потребительные стоимости образуют вот содержание общественного богатства независимо от формы общественных производств. То есть до товарного производства или вне товарного производства существует вот эта потребительная стоимость. Она существовала, так сказать, в те эпохи, когда обмена не было, скажем так. Мы их не застали. Она существует сейчас вне формы обмена. Правильно? Все согласны. Тут возразить хочешь? Народ внимает. Нет, да. Ну тот же кружок, тут просто внимать чего не. Ну понятно, что потребительная стоимость – это явление не только для товарного производства. Производство потребительных стоимостей. В первобытном общинном способе производства было производство потребительных стоимостей. Или продуктов, которые вот полезных продуктов. Феодального общества, рабовладельческого. То есть потребительная стоимость – это категория, свойственное не только товарному хозяйству. Я вот, простите, забыл, читал. И вот воздух, например, это тоже потребительная стоимость? Ну, дойдем до этого, да, естественно. Ну, потребительная стоимость, да. Даже товарное хозяйство... То есть труда, может, не вложено, а потребительная стоимость... Нет, еще раз, независимо от того... До труда мы не дошли. Вот мы же начинаем
того, что у нас есть. А есть у нас пока только вещь какая-то, да? Ну, как некое нечто, да? Товар, да? Ну, он еще даже не товар, просто какая-то вещь вот полезная. Потребительная стоимость. Вот мы берем одну ее сторону, качественную сторону, рассматриваем с точки зрения ее полезности, да? И понимаем, что вот. Ну, это я понимаю. Она непосредственно труду. Пока. Но если вы этот воздух заложили в баночки, купили, продаете вы, да? Ну, тут мы непосредственно труду, мы до этого не дошли. Не дошли, и пока не надо. Да, опережать события. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим немножко с другой стороны. То есть все товары, они обладающие, значит, потребительными стоимостями, являются вещественными носителями еще одной величины, то есть так называемой меновой стоимости. Что такое меновая стоимость? Что это такое? Ну, это количественная величина. Ну, количественная, ну а что это такое? Совершенно верно. То, в каком соотношении один товар меняется на другой. Совершенно правильно. Это количественная пропорция, в которой один товар обменивается на другой товар. Да, но мы тут хотим сказать, что не просто один товар, а одна потребительная стоимость обменивается на другую потребительную стоимость. Причем это соотношение постоянно изменяется в зависимости от времени, места. То есть это не нечто навсегда данное, да? Не существующее, так сказать, от сотворения мира и так далее. Вот. Но это уже понятно, да? Вот. И кажется она поэтому, поскольку она постоянно изменяется, случайно, это меновая стоимость. Что соотношение, ну, вот вы пошли в магазин, он стоит там 20 рублей там, килограмм картошки. Кажется, а в другом 25. Ну, случайно. Но это не случайно. Кажется случайно. Потому что меновая стоимость – это… Ну, ладно, сейчас до этого дойдем, до меновой. Что такое есть меновая стоимость и что она выражает? Значит, из этого Маркс делает два вывода. Да? Ну, во-первых, он приводит пример, что такое. Там у него вакса всякая, мы знаем. Ну, давайте более простые вещи, более нам, так сказать… Знакомые, ну, скажем, хлеб, шелк, не вакс, ну, неважно, золото, у него там X, Y и Z, то есть X хлеба обменивается на Y, скажем, шелка и на Z золото. Вот. И значит, и все это, допустим, обменивается на 10 килограмм пшеницы или на тонну пшеницы, неважно, сейчас цифры не нужны. Вот. Из этого значит, можно сказать, что все вот эти предметы, да, все эти вещи, все эти товары имеют нечто одинаковое, да? Что-то они имеют такое, что для них одинаковое. Это общее. Общее, да. Что общим, пока не знаем, да? Но зато знаем, что меновая стоимость – это явление вот этого общего. То есть на поверхности находится меновая стоимость, а сущность другая. Вот нам нужно сейчас будет найти с помощью капитала, что это такое. Что вот они выражают, вот эти все соотношения меновой стоимости. То есть должно быть нечто такое, чему они равны. И вот Маркс приводит хороший пример с многогранниками. Да? Вот я тут не видно, нарисовал. И, так сказать, подставил цифры некие. У Маркса цифры нет, у него просто формула написана, что отсюда все равно не видно. Ну, чтобы понятно было, тут у меня нарисован треугольник, квадрат и пятиугольник. То есть треугольник, четырехугольник и пятиугольник. Да? Вот. Маркс приводит это для того, что вот у нас есть три каких-то геометрических фигуры, а мы их приводим к чему-то общему. Чему-то общему это к площади, да, то есть к выражению площади. А площадь у нас там 1/2 на 1/2, в общем, основание на высоту произведения. Вот. Ну, если взять, что они примерно были бы равны по площади, ну, у меня так просто нарисовано, то можно предположить, что все они, допустим, равны 16 квадратных сантиметров. То есть он предлагает разбить их всех на треугольники и посчитать, сколько там вот этих квадратных сантиметров. То есть в одном
треугольнике. Просто, значит, 16 квадратных сантиметров в четырехугольнике, ну, в квадрате, скажем так, это, допустим, 8,8 квадратных сантиметров, 616, ну и в пятиугольнике то же самое, плюс третий треугольничек, такой же равнобедренный добавляется, и получается 5,33, плюс 5,33, плюс 5,33. То есть, смысл в чем? Что у нас были какие-то геометрические фигуры, мы их выразили в общем, в чем-то общем. Но стоимость – это не площадь, это не единица площади. Тоже надо понимать. Это просто приведено для примера, чтобы для лучшего, так сказать, понимания. И давайте подумаем, могут ли быть какие-нибудь природные свойства общими для всех этих товаров. То есть для золота, для пшеницы, там, для вакса, для шелка. Что у них природное? Может быть что-то общее? Ну, теоретически, конечно, может, но... Их поверхность? То, что нас интересует, мы не будем сейчас физику, там, атомов доказывать. Затраченный труд. Секунду, мы до труда не дошли. Понятно, что труд будет. То есть, никакого... Их природные свойства у них разные совершенно. Ну, да. И они именно обмениваются, поэтому что они разные. Иначе бы кто их стал менять? Ну, а два одинаковых листочка, вот этот листочек менять на этот листочек нет никакого смысла, да? А листочек обменять на книгу можно, ну, в какой-то пропорции. То есть, меновая стоимость – это отвлечение от природных свойств предмета, да? Это первое. Если отвлечься от потребительной стоимости, то в товарах остается, как тут правильно сказано, только одно у них общее, то что все они продукты труда. Правильно? Правильно. Кто-то хочет что-то добавить? Понятно, да? Как мысль шла. Ну, нам понятно, а это все-таки только Маркс в 19 веке открыл, да это как-то вот люди не могли. Ну, до Марса была классическая политическая экономика. Ну, мне понятно. Смит и Рикардо. Смит и Рикардо, да, они, но они вот к этому... Отвлечься от потребительной, полезных потребительных свойств предмета, то, что остается, это соотношение, в котором они обмениваются. Угу. Нет, не соотношение, в котором они обмениваются. Мы сейчас не про соотношение говорим, а про то, что у них есть общего, да? Посмотрите. Вот в нашем примере, как потребительная стоимость, они совершенно различные. Вот книжка, например, телефон или ручка, они разные. Но в обмене между ними ставится знак равенства. То есть в какой-то пропорции, в определенных пропорциях, какое-то количество книжек мы можем обменять там, на какое-то количество телефонов или на какое-то количество ручек. И этот список можем продолжать. То есть как потребительные стоимости, но они несоизмеримы, они разные. Но в процессе обмена между ними ставится знак равенства. Что это означает? Значит, в них есть что-то заключено, что-то общее. И это общее, как Александр Владимирович правильно, вслед за Карлом Марксом сказал, не могут быть ни физические, ни химические свойства. А это общее только одно. Они все есть продукты труда. Да, ну это там длинно еще разворачивается. Это да, дальше идет. Ну вот он идет от меновой стоимости, и за этой меновой стоимостью как бы нападает на след стоимости. Давайте, пожалуйста, Александр Ильич. Ну вот, мы выяснили, что все они продукты труда, да? Ну, теперь мы должны понять, что не только они продукты труда, но и труд, затраченный на них, он различен, да? То есть труд сапожника отличается от труда. Так вывод-то надо сделать. Они суть продукты труда. Ну, это и мы... как сгустки. Да. И труда. Секундочку, мы еще до этого вывода не дошли. И мы просто поняли, что это продукты труда, так? Теперь нам надо дойти понять, что это труд. Давайте, давайте. Что этот труд не является. То есть это различный труд. И общее в этом труде, ну как и в предметах, овеществленных в этом труде, да, в товаре, они различны, потому что различные формы труда, то есть различный труд был применен.
Но этот труд тоже нам надо свести к одному труду, к одному чему-то. А это одно, только одно, что это абстрактный человеческий труд, затраченный на производство товаров. Вот он у них может быть одинаковым. То есть труд в физиологическом смысле какой-то? В физиологическом смысле, конечно. Это абстрактный труд. То есть абстрактный труд, точнее даже применение этого труда, а не сам труд. То есть, как у Маркса написано, расход мускулов, нервов, головного, ну клеток, наверное, головного мозга. То есть мы можем теперь сказать, что потребительные стоимости, то есть вот эти вот товары наши, да? Потребительная стоимость имеет стоимость только потому, что в ней овеществлен человеческий труд. Правильно? Да. Кто-то хочет оспорить это? Добавить что-нибудь хотите? Ну, понятно, да, как мы это сделали. Точнее, как Маркс это сделал, мы вместе за ним повторили. То есть мы не стали читать книгу. Мы это сами взяли и из того, что прочитали, вывели. Мы поняли, да? Как это выведено. А если мы поняли, то если нас завтра спроси, немножко подумаем, мы можем это все объяснить, выразить в понятиях. Сможем? Сможем. Кто не хочет попробовать еще раз это сделать? Ну, я не смогу. Нет, не надо. А в чем тогда? Надо это повторять 10 раз, пока я не вспомню. Ну, давайте еще разок попробуем. Получится, нет? Ну попробуй, просто чтобы, так сказать, начать и чтобы сделать, это надо начать попробовать сделать и сделайте. А если не пробовать, то никогда не сделать. То есть вот товар есть, да? Любой товар, вот книжка. Да? Прежде всего, это она что из себя представляет, книжка? Для чего вот вы взяли книжку? Чтобы ее читать. Чтобы ее читать. То есть у вас есть потребность прочитать, и эта книжка удовлетворяет вашу потребность. Угу. Поэтому товары, вот рассматривая с этой стороны, с качественной стороны, это вещи, во-первых, это вещь, правильно? Угу. Это вещь, которая удовлетворяет вашу потребность читать. Ну, здесь тоже можно покрутить, а еще какие-то потребности могут книжку удовлетворять, другие. Ну, гвозди можно забивать книжкой? Нет. Ну, чего же нельзя? Ну, в принципе, да, можно, но почему бы? Ну, грубо сказать, но в качестве груза можно использовать иногда? Угу. Можно. То есть этих потребностей может быть много, и свойств у товара, да, удовлетворяет потребности, может быть много. А вот бутылку можно выпить, а после того, когда она выпита, ее можно использовать для чего-то другого. Ну не бутылку выпиваете жидкость, которая в бутылке. Да. А бутылку, да, вот первое свойство бутылки – это удерживать жидкость, а потом можно еще использовать. То есть этих потребительных стоимостей на самом-то деле можно дать по голове. Может быть, так. Тем, кто не читает капитал. Выпита жидкость, можно так пить. То есть потребительных стоимостей это может много. Понятно, да? А дальше вот еще вторая сторона вот у этого товара. Вы можете, вот если эту книжку пойдете, понесете на рынок или здесь, вот, обменять на что-то? Можно вот этот товар, эту потребительную стоимость, это благо, обменять на что-то? Ну да, можно. Конечно, можно. Это уже другое свойство. Так ведь? Что значит обменять? Обменять – это передать один предмет и… Да, и получить другой. Замен. Другое. Другое. Угу. Равноценно почему? Можно так сказать, да. Так, давайте вот до равноценности мы еще не дошли. Пока не дошли, это чтобы мы опережаем события. Что такое? Но при этом вы обмениваете в определенной пропорции. Вот эту книжку вы обменяете, я вам дам карандаш. Что вы скажете? Мало. Нафига. Не, ну кстати, мало. А 100 карандашей? Тоже, наверное, маловато, да? Но за 1000, наверное, можно. Карандаши. Если они вам нужны. Может быть. Да. Вот если у нас состоялся акт обмена, то что здесь мы видим? А карандаш, он какие, так сказать, какую имеет потребительную стоимость? Ну, то, что… Им можно писать, правильно? Угу. Можно как указкой пользоваться. То есть совершенно другие потребительные стоимости, свойства удовлетворять потребности. То есть как потребительные стоимости книжка и карандаш, или 1000 карандашей, они, ну, как разные.
Но поскольку вы их обменяли, между ними поставили знак равенства, правильно? В процессе обмена. И вот что значит знак равенства означает? Да, и во-первых, вот эта пропорция, количественная пропорция, в которой один товар обменится на другой товар как называется? Сейчас мы можем, Александр Владимирович, нам. Ну, пропорцию мы нашли, осталось ее только назвать, точнее, найти название. То есть мы сейчас вот идем, следуем логике капитала и, так сказать, в соответствии с тем, как учил Георг Фридрих Гегель, надо вот не упускать, а вот эту цепочку шаг за шагом идти, выводить. То есть мы вывели, что в процессе обмена совершенно различные потребительные стоимости приравниваются друг к другу в определенных пропорциях. Так? Как называется эта пропорция? Та пропорция, в которой один товар или какое-то количество одного товара обменится на определенное количество другого товара. Совершенно верно. Совершенно верно. И теперь вот отменовая стоимость, ну, меновая стоимость, это вот она на поверхности лежит непосредственно. Отменовой стоимости нам нужно опуститься туда, вглубь понять, а что это за ней стоит. То есть почему это совершенно различные товары, как потребительные стоимости, вдруг вот в обмене, вот в этой вменовой, так сказать, имеют определенную пропорцию. То есть в них что-то есть общее, так вот? И вот это общее, что может быть? Это может быть физические свойства товаров или химические свойства? Нет, это очевидно, мы сказать, разобрали. А что это может быть общее? Потребительная стоимость. Нет, это они разные потребительные стоимости. А что общее? Здесь уже абстрактный труд затрачен. Да погодите, мы не дошли еще до абстрактного труда. Это будет стоимость. Пока конкретный труд. Просто затраченный труд. Просто на них. На всех затрачен труд какой-то. И книжка есть результат труда. И карандаши есть результат труда. Правильно? Угу. То есть они все суть? Продукты труда. Продукты. На них затрачен труд, вот как Маркс сам делает вывод, значит, как сгустки этого труда, они суть стоимости. Но это труд какой? Вот как затрата в физиологическом смысле слова. Нет, он сначала различный, правильно? Он какой-то конкретный труд, труд как книгопечатника и труд совершенно этого, верно. Кто там, как они, карандаши точат сейчас, я не знаю. Каким способом? Деревообрабатывающей промышленность там занимается. Но вот нам надо найти то, что у них общее еще в самих этих производствах, в самом труде. А они тоже различные. Различные виды труда. А общее у них только то, что это человеческий труд. Как затрата мускульной энергии, умственной. То есть затрата труда в физиологическом смысле слова. Но это если товар производить вручную. Почему вручную? Как бы его ни производить. Как бы ни хоть за станком, то же самое затраты труда. Рабочий, стоящий за станком, скажем, токарь, он тоже затрачивает умственную и физическую энергию. А тот же рабочий, если нажимает на кнопочки и пишет там программки, он тоже затрачивает свою энергию. Умственную. Понятно тебе. Не будем забегать вперед к станкам, до этого дойдем еще. Тут еще вот что важно, давайте вот возьмем несколько вещей для примера. Маркс пишет в конце вот этого параграфа, что является товаром, а что не является. Да? Вот, допустим, я на огороде вырастил мешок картошки. И взял его и потребил в течение месяца, допустим. Это товар? Нет. Почему? Потому что товар – это потребительная стоимость, произведенная… Потребительная стоимость есть? Это то, что произведено для продажи. Потребительная стоимость есть. То есть удовлетворяет этот мешок картошки потребность Александра Владимировича в питании? Потребительная стоимость, но не для того, кто произвел, получается. А если вы сами потребили, то это не товар. По счету там нету меновой стоимости нету. Правильно? Ну, если я на обмен не выставил, да? А значит, если нет меновой, то
Даже не потому, что нет меновой, а просто стоимости нету, и нету ее явления меновой стоимости. Правильно? Давайте от меновой отойдем. Просто стоимости нет, потому что она не является товаром. Она не является товаром, потому что она не выставлена для обмена. А вот стоимость же, наверное, тоже можно рассчитать. Ну и что я сам для себя делал? Я затратил определенное количество труда. А вы затратили? Стоимости нет. Стоимости вот нет, потому что стоимость... Есть, а стоимости нету. Это... А если пересчитать мои затраты труда, там, ну, можно же посчитать стоимость как? Труда? Нет. Ну, рабочей силы. А, да, здесь нет. Вот затраты труда есть, и вы можете их посчитать в разных, кстати, единицах, в разных выражениях. Но это будет затраты труда, это не стоимость. Потому что стоимость – это общественная категория. Общественные отношения. Общественные отношения. Ну, мы сейчас до этого дойдем. Ну, дальше. Пример, второй пример приведите. Ну, а второй пример, когда мы, например... Вот, давайте тогда, вот вы из этого мешка картошки половину сами съели, а половину повезли... На продажу. Что появилось в этой половине? Ну, вот та часть, которая пошла на продажу, это получается товар. Совершенно верно. То есть товар должен обладать и потребительной стоимостью, и стоимостью. То есть, причем, если я выращивал для себя, но потом что-то продал, то это все равно будет товар. То есть, неважно, для каких целей ты производил. Вы уже поделили на две части. Одна часть товар, другая не товар. То есть, если продал, вот тогда, значит, это товар. Да. То есть, товаром он становится не в процессе производства, когда ты задумал, конечно, а когда ты продал, либо не продал. Да. Теперь второй вариант. Нету потребительной стоимости. Ну, то есть, возьмем, так скажем... Ну, сгнила картошка. Сгнила картошка. Гнилая картошка. Все равно умудрился продать. Нет, гнилая картошка никто не покупает вообще. Ну, если кто-то купил, обман мы не будем считать. Ну да, у нас все по-честному. А если он взял для удобрения и купил? Ну, тогда все равно остается потребительная стоимость. А вот так сгнила, что ну, разложилось там. Компост. Ну, то есть яд чисто. Новая, так сказать, потребительная стоимость появилась. То есть... Служить удобрением. Труд затрачен. Да? А потребительной стоимости нет. То есть это называется труд какой? Не общественно полезный. Ну, можно и так сказать, не целесообразный. Бесполезный. Бесполезный. Постоянно. Третий вариант. Четвертый. Чему? Четвертый пусть будет. Вы пытаетесь продать нечто, ну, скажем. Воздух. Воздух. Или там пошел, вот я сейчас наберу. Нет, не наверное, зачерпну из лужи воды и пытаюсь кому-то продать. Попытаюсь. Ну, кстати, если кто-то купит, это будет товар. Ну, если кто-то купит. Потому ну, что почему? Потому что. Ну мы же не берем мы экстремальные случаи. Почему? Это... Нет. В любом случае вы совершили труд. Это зачерпнул, продать нашел. Опосредованно вашим трудом. Ну, допустим. А если вы пришли на рынок и вот картошечку продали, ну, что-то не хватает. И начинаете, вот, купите воздух. Ну да, воздух, наверное, проще всего, но не обязательно все-таки воздух. Потому что не только воздух. А если продал что-то чужое? Не свое. То есть чужое это не важно, что ты продал. Чужое, не чужое. Как ты его присвоил сам уже, ну, пожалуйста, капиталист продает результат какого труда? Чьего? Чужого или своего? Да. Чужого. Не, ну в данном случае мы не рассматриваем. Это мы уже вопрос собственности чужое. Украл и продал. Ну, так что ли? Все равно это продал пока. Почему? Купили-то не потому, кто владелец, а потому, что им нужна потребительная стоимость, правильно? А вы владелец, не вы владелец, это уже вопрос десятый. Для покупателя. А купили по стоимости, потому что он знает, что вот этот товар, примерно, ну, он может и не знать. Возникла в обществе такая меновая стоимость вот этого товара, ну, на определенное количество другого товара, ну, в виде денег. Правильно? Мы сейчас деньги не будем брать, мы должны до этого дойти. Пока денег у нас нет, да, мы начали с самого простого. До денег еще не дошли. Что это такое, деньги, мы пока не знаем. То есть из этого можем сделать вывод, что товар должен обладать потребительной стоимостью, да? И стоимостью. Если вот все мы эти примеры сейчас сведем в какой-то формуле, не развернуты. Значит, должна быть потребительная стоимость и стоимость. А когда начнем это разворачивать, поймем, что потребительная стоимость когда возникает?
Когда польза есть от товара. Удовлетворяет потребности. А стоимость вообще возникает когда? В процессе обмена. Из чего возникает? Из-за того, что это труд человеческий. Вот. Ну, на этом первый параграф предлагаю считать рассмотренным. Какие-то вопросы есть, товарищи, у кого-то? А вот про товары, вот можно считать, скажем, какую-то компьютерную программу товаром? Давайте подумаем. Вернемся к самому началу. Товар – это что такое? Внешний предмет – вещь, да? Удовлетворяющий ту или иную потребность. Вот что Маркс начинает. Товар – это вещь, по сравнению продукт труда, это вещь. А вот нематериальные вещи. Существует ли нематериальная вещь, в чем дело? Да, вещи, мы сейчас это дальше посмотрим, потому что это уже не первый, это уже второй параграф. Вот является ли программа? Ну, вот, например, я только сейчас полностью осознал, что пока нет обмена, нет и стоимости. И вот... Не пока нет обмена. Это неправильно. Пока нет общественных отношений, подразумевающих обмен. Да. И нет стоимости. Именно когда они возникают, да, такие отношения между людьми, когда вы идете производить что-то, понимая, что вы это выставите на обмен, вот тогда стоимость и появится. То есть она не возникает в процессе обмена. Ну, до этого тоже дойдем. Потому что тут могут быть такие подводные камни, кажется, что стоимость возникла в процессе обмена. Она не в процессе обмена возникла. Она возникла в процессе производства. Но это производство должно быть направлено на это товарное производство. То есть в товарном производстве есть стоимость, в нетоварном производстве стоимости нет. Зачитайте. Самый конец первого параграфа. Да, вот Маркс пишет. Для того, чтобы стать товаром, продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости, средством обмена. Наконец, вещь не может быть стоимостью, не будучи предметом потребления. Если она бесполезна, то и затраченный труд на ней бесполезен. И считается за труд, потому не образует никакой стоимости. Ну понятно, но мы сейчас... Это то, о чем мы сейчас говорили, но мы сейчас не про бесполезность говорим, да? Полезность, бесполезность. А насчет обмена, есть ли стоимость? Только что. Не вторую часть отбросьте, в первую часть. Часть сказал, что для того, чтобы стать товаром, продукт должен быть передан в руки того, кому он служит в качестве потребительной стоимости посредством обмена. Но чтобы стать товаром, да. А нельзя ли иметь стоимость, но при этом не быть товаром? Нет, конечно. А что такое стоимость таком случае? Товарищ Сталин не об этом ли писал? Я точно не помню, как у него там было. Может быть, он выводил стоимость, что стоимость есть в социалистической экономике там. Ну, именно нет. Потому что ну, каждый произведенный предмет имеет затраты. Был неправ. И правильно, совершенно правильно мысли говорили. В то время известные какие-то... В смысле, что там затраты на производство, их надо рассчитывать, и это не вот... Не товарищи, стоимость. Мы начинаем изучать. Вот, Иосиф Виссарионович, наверное, тоже «Капитал» читал. Да. Вот я думаю, давайте мы все-таки основоположников марксизма, да? Начнем с простого. Нет, начнем, собственно говоря, то, что мы понимаем. Ведь то, что открыл Маркс, это не то, что именно Маркс это открыл. А Сталин взял-то потом и закрыл. Это ерунда. А потому что это существовало в природе. Существовал в обществе такой вид общественных отношений, который подразумевал обмен. Его надо было открыть. Он существовал независимо. И до Маркса существовал, и после существовал. Пока существует товарная экономика, он существовал. За 1000 лет до Маркса существовал. За 10 000 лет. Как только вот обмен возник. Но открыл это Маркс, поэтому мы вслед за ним это открываем, нам проще. Уже не важно даже, это Маркс это или Энгельс, или кто это сделал. Мы сейчас это открываем. Мы не зачитываем даже цитаты. Мы на них опираемся. Но мы хотим понять логику, как это было сделано. Это открытие. И мы вслед за Марксом это открыли. Теперь нам... Мы обогатили знаниями Маркса, правильно? Но у нас уже они свои. Мы сами можем это сделать. Нам легче значительно, мы уже стоим на плечах гиганта. Мы можем спокойно это понимать. Правильно? То есть стоимость возникает тогда. Когда она возникает?
Да есть обмен. Ну, общество, подразумевающее обмен, да? Тогда она может возникнет. Если общество не подразумевает обмен. В процессе обмена. То есть возникает она в процессе обмена, а создается она в процессе производства. Вот так. Даже не стоимость, товар создается в процессе производства. А стоимость. Ну вот это надо еще как-то уложить в голове. Ну вот это надо уложить. Ну вот. При социализме обмен есть? Нет. Стоимость это что такое? Нет, это свойство товара, да? Это его свойство. Материальный объект это не стоимость, это товар. Это предмет, вещь какая-то, да? Правильно? И у нее есть много всяких свойств. Одна, если она вступает в процесс обмена, у нее возникает вот, такая вот такое свойство, как стоимость. Что такое обмен? Помните классическое определение? Взаимное отчуждение и взаимно обусловленное отчуждение продуктов труда товара на основе договора. Вот. При обмене два товаровладельца должны признавать друг друга кого? Собственно. Всем товары принадлежат. Вот я достану свои 1000 карандашей, дам вам, обменяю на книжку. Вы собственник этой книжки, да. А я собственник карандашей. А теперь представим другую ситуацию. Коммунистическое общество, социализм. У нас что, там частная собственность или единая общественная собственность? Единая общественная собственность. Поэтому какой там может быть обмен? И это будет пример очень простой. Я вот из этого кармана вытащил 1000 карандашей, переложил в этот карман. А из этого кармана вытащил книжку, переложил в этот. Да какой же здесь обмен? Никакого обмена нет. Это по своей сути, самый такой глубокий, в коммунистическом обществе при социализме обмена нет. Товарный обмен. Соответственно, продукты нету стоимости, и продукты не являются товарами. Закона стоимости нет, и денег, и так далее. Я надеюсь, мы до этого дойдем и обсудим. Ну, давайте дальше пойдем, потому что время у нас... 10 минут осталось. 10 минут осталось, а мы еще, так сказать... Нет, мы ключевой путь прошли, начали. Ну, придется, наверное, тогда перенести. Ничего страшного. Что-то не успеем. Тогда давайте рассмотрим второй пункт, хотя у нас... Ларию Юрьевича на следующие занятия не будет. Третьего будете? Да, я буду. Ну, все, я здесь почти каждый день. Все, третьего. Ну хорошо. Тогда давайте двойственный характер заключающих товаров труда рассмотрим. Вот. С чего там начинает Маркс рассматривать? Вещи не могли бы противостоять друг другу как товары, не имея не одинаковую потребительную стоимость. Две одинаковых вещи не обмениваются, да? Ну, смысл теряется. Если у вас есть два одинаковых листочка, два одинаковых капитала одного издания, да? Два стакана чая одинакового объема. Ну, про объем сейчас не говорим. То есть они не обмениваются. Это одно и то же. Менять одно и то же. Понятно, что это разные предметы, да, в смысле. Из разных атомов состоят. Но свойства у них одинаковые. То есть вот это вот процесс обмена должен подразумевать разные потребительные стоимости. А из этого что у нас должно вытечь? То, что на производство этих потребительных стоимостей был потрачен разный труд, да? Или нет? Да. Ну, разный был потрачен. Не может одинаковый, но если не волшебной палочкой махали, то разный. Мы, поскольку материалисты, мы волшебной палочкой не машем. Пока. Пока. И вообще не будем. Ну, а то вдруг? Ну, там, да. Как у Стругацких, что ли, да?
как там цитата, то что, что... Сейчас. Так. И вот эти различные, значит, условия существования, значит, подразумевают то, что у нас существуют в обществе разные виды деятельности по производству этих товаров, разный труд. Поэтому из этого можем заключить, что товарное производство, оно подразумевает разделение труда. Да? Один сапоги точает. Оно основано на разделении. Основано на разделении труда. Не будет разделения труда, если бы каждый сам себе все делал, не было никакого обмена, не было бы товарного производства. Будет натуральное хозяйство. Будет натуральное хозяйство. Но тут надо иметь такую, так сказать, вещь одну. Что не стоит из этого делать обратный вывод, что любое общество с разделением труда есть товарное. Это не так. Можем примеры привести. Можем? Ну, скажем, ну, в рамках, не знаю, семьи, допустим, нет? Можем такое? Один посуду моет, другой готовит там. Разделение труда. Даже... Один нарезает, крошит бутербы, эти самые огурцы, а другой разливает водку. Это разделение труда? На крупном предприятии тоже же производимые в разных отделах. Ну да, если мы и дальше пойдем. Обмениваются, но при этом это не товары. Да, не товары. Если развитые формы, совершенно не в смысле не товар, они потом выйдут в обмен как товар. Поэтому я предложил рассмотреть не производство сейчас сначала для понимания, а какое-нибудь натуральное хозяйство, ну, допустим, племени каких-нибудь там людей. Первобытно общинных, в которых было разделение труда, было. Какое-то было небольшое, но было. Может, даже и очень большое. Кто-то лучше делал то-то, кто-то лучше делал это. Что они там охотой занимались, ну и сельским хозяйством каким-то занимались еще, да? Внутри этой общины, племени, там, группы людей, первобытной семьи, или что там было, внутри этого коллектива людей происходило разделение труда? Происходило. А обмена внутреннего не происходило. Если и происходило, то с какими-то другими племенами. Тогда он мог возникать. То есть не каждое общество, имеющее разделение труда, товарное. Поэтому социалистическое общество имеет разделение труда? Имеет. Но это вообще не значит, что он товар. Так? Так. Дальше там рассматривается такая вещь, которая называется простой среди... Ну, давайте не будем его пока называть. Просто поймем, что у нас есть различные виды труда, да? Как у нас есть различные виды потребительных стоимостей, совершенно разные, не одинаковые, так и есть виды деятельности, которые эти производительные стоимости производят. Есть сапожники, есть пирожники, есть эти самые. Токари, комбайнеры, шахтеры. И это множество совершенно различных видов труда. Огромное множество, и все их, так сказать, в голове не уместить. Какие только виды труда, ну, в современности не существует. Если мы пойдем в историю назад, все равно их было много. Вот. Но нам надо понять, что такое общее среди... Мы уже это, в принципе, разобрали в предыдущем, так сказать, параграфе. Сейчас мы это развиваем. То, что мы там вычленили, так сказать, заметили, уловили, то, что это затраченный человеческий труд. Так? Производстве. Это затраченное общее, то, что у нас общее, это человеческий труд. Но здесь мы идем дальше и понимаем, что это все вот эти виды труда, конкретные, определенные, профессиональные, да? Профессии, они в результате обмена тоже должны быть приведены к какому-то среднему, да? Ну, как товары у нас, когда противостоят друг другу, как стоимости, да? Они абстрагируются от того, что они конкретно такое. Ну, кроме... То есть полезность у них есть, да, но обмениваются они
по другой, так сказать, количественной своей пропорции. Не по качеству, качества никакого вообще пропорции нет. Это разные вещи и все. По количеству. Так и здесь. Труд затраченный на производство там мешка картошки, на производство литра молока, он разный. Но противостоит он друг другу в процессе обмена, как общий, какой-то простой труд. Причем мы знаем, что один человек более умелый, другой менее, да? Такое же тоже есть. Один быстрее картошку сажает, другой медленнее. Один быстрее корову доит, другой там корову заморит. Но когда мы рассматриваем общество в целом, да, мы должны исходить из того, что существует средняя какая-то, средняя величина. Если мы возьмем двух человек, очень может сильно различаться их, так сказать, способность к труду. А если мы возьмем 10 тысяч человек, мы поймем, что в средней есть средняя величина. Есть от нее какие-то отклонения? Ну, просто отклонение от нормы какой-то средней. Не может человек работать два раза, три раза эффективнее, чем средний какой-то производитель. То есть работать он может, но это от других вещей зависит. От производительности труда как-то, от развития средств производства, это да, отличается. Но если мы берем данное общество на данном уровне развития, значит, существует какой-то средняя производительность труда. То есть производительная сила труда, как начинает называть Маркс. Он про производительность сначала говорит, хотя это, в общем-то, феномен. Вот. Но у нас еще есть такое, когда товар выносится на рынок, он состоит из различных видов. Да? Вот, очень много всякого труда овеществленного в этом предмете. Да? Да даже в этом предмете. Вот в этом предмете простой тетрадки огромное количество труда. То есть это надо добыть, дерево срубить, да? Надо, значит, изготовить там в целлюлозно-бумажном комбинате бумагу, потом ее соответственным образом нарезать, скрепить, покрасить. Все это нужно сделать. Это различные виды труда. И как это все будет согласовываться со стоимостью? С простым, не же не со стоимостью, а с простым трудом. Что такое простое, а что такое сложное? Сложность простого. Совершенно правильно. То есть как только мы вот это начинаем, берем этот товар, начинаем понять, что это такое, по количеству затраченного труда, мы понимаем, что в любой товар можно привести к какому-то количеству простого труда. Любой. И в капитале Маркс рассматривает именно это. Чтобы нам не заниматься каждый раз переводом, так сказать, какие-то, так сказать, единицы, в которых измеряется труд, да, в смысле стоимость, а не труд, мы до них еще не дошли. Мы должны понять, что у нас сложный труд, это труд, составленный из простого. И труд какого-нибудь там монтажника, который собирает там какой-нибудь сложный прибор, включает в себя та стоимость, которую в конечном итоге произведет для обмена, да? То есть, он приведет продукт, который будет иметь потребительную стоимость и какую-то стоимость, да? И произведет стоимость. Он будет заключать в себя не только свой труд, собственно, по собиранию вот этого прибора, но и труд по производству стекла, там, металла и так далее. Вот. Понятно. Понятно, да? Что-то кто-то хочет добавить, а спорить можем. Ну как, ну попробуйте сами тогда. Мы ж кружок, Сергей. Ну, может дальше уже двигаться, да? Ну а дальше двигаться мы, я так понимаю, у нас осталось 2 минуты. Ну, я думаю, за 2... Еще 9 часов, нет? За 2 минуты мы, я думаю, не двинемся. Мы, конечно, можем остаться, еще посидеть, но с другой стороны, нет. Насколько это удобно. Нет, ну здесь надо... Там у нас впереди еще форма стоимости, то есть простая форма стоимости. Нет, достаточно, я думаю. Достаточно объемная, если с этим разбираться, то... Александр Ильич, надо переварить то, что есть.
Я думаю, да, действительно, достаточно. Нас никто не ставит задачи, вот обязательно сейчас всю первую главу. Дальше будет долбить себе в голову. Мы самое, это самое главное, что вообще вот, если первая глава это самая основа, да, на чем основан капитал, дальнейшее исследование, то первые два параграфа этой главы это основа основ. Вот на следующем занятии надо это снова пройти. Ну это опять пройдем, я думаю, это если это понять, это можно проходить в любой момент. Пошел кому-нибудь там и родственникам вопрос задать. И начал вам объяснить. Вы знаете, что такое стоимость? Я вам сейчас расскажу. Заболевшие докладчики, может, подойдут тоже? Ну, заболевшие, конечно, могут подойти и рассказать. Вот у нас докладчик будет. Ну, тогда давайте на следующий раз мы начнем с третьего параграфа, который называется «Форма стоимости или миновая стоимость». Второй-то мы закончили, получается. Второй закончили. Тогда, Ларий Юрьевич, вы начинаете следующий. Да, форма стоимости или миновая стоимость. А какой с ней самый заканчивается? На вас какой том? Ну, в смысле, издание синего, избранное или полное? Собрание сочинений, как полагается. Если надо форму стоимости. Ну, форма стоимости начинается с 47-й страницы в этом издании, заканчивается вообще она страницы 69. Вот что товарным раз, фетишизмом. Вот что раз распределение. Надо вспомнить, каким был. Ну и вы будете, я буду дублером, если что. А у меня 50-50. Ну, не вопрос, не вопрос. Ладно, кто-нибудь будет. Нет, все должны, это тут не надо. Он прочитает, а мы тут будем его слушать. Вот Иван Михайлович вроде сказал, может, 3 числа, так что. Вот он будет основным. Ну, Иван Михайлович не знает, что Иван Михайлович. Он пусть будет, никто же не это самое. Но докладывать должен кто-то один. В смысле, обсуждают все, а кто-то это должен рассказать. Если он как-то будет путаться, ну, такое тоже возможно. Кто-то может ему помочь. Ну, это ж не лекция. На лекции можно уснуть, а тут надо участвовать в процессе. И здесь можно уснуть. Ну, здесь сложно уснуть. Сложнее, чем на лекции. Постоянно под наблюдением товарищей. Все, да? Все, спасибо. До следующих встреч.